В Атырау прошел семинар на тему повышения эффективности антикоррупционных стандартов, организованный областным департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции. В мероприятии приняли участие работники региональных исполнительных органов и представители негосударственных учреждений. Основная цель – обеспечение качества и исполнения стандартов. Эта система была внедрена в 2016 году аппаратом областного акима. В результате внедрения этой системы было проведено 224 профилактических работ среди государственных служащих. Также с целью снижения коррупции в области во многих отраслях создаются структуры электронных систем. По словам специалистов, это необходимо для профилактики коррупции. В городском акимате многие работы ведутся в электронном формате. На сегодняшний день все документы квартир, выдаваемых из жилищного фонда, обновлены и полностью переведены в электронный формат. Мы завершили работу и в отношении детских садов. Все документы будут вестись в электронном виде с августа месяца. Теперь родители смогут видеть все в электронном формате, не приходя в отдел образования. По окончании семинара были награждены победители конкурса «Лучший государственный служащий» и родители сотрудников, которые внесли большой вклад в государственную службу.